За моей спиной Илья Жигулев, специальный корреспондент «Медузы», рассказывает о том, как сделать интересным журналистское расследование. Своими советами известные журналисты делились на фестивале «Вместе медиа». «Вместе медиа» — это ежегодная серия фестивалей во всех федеральных округах страны. На лекциях и мастер-классах журналисты и редакторы известных СМИ вместе с начинающими акулами пера думают над новыми форматами медиа. Чтобы материал журналиста был интересным, делятся секретами эксперты. Нужно всегда отвечать трендам общества и не бояться экспериментировать. Надо все время придумывать себе новые вызовы. Вот. Никогда не находиться в такой зоне комфорта. Все время какой-то легкий стресс, он как бы помогает. Вот. И ты должен все время придумывать, что ты, для чего ты. Найти себя в сфере медиа фестиваль помог и журналистам Поволжья. На протяжении 3 дней радийщики, телевизионные и печатные корреспонденты готовили репортажи и тут же получали практические рекомендации от ведущих журналистов. Фестиваль завершен, опыт получен, а в какое русло направить новые знания – дело каждого. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универньюз.